Озеро Святое находится в Рязанской области. По форме круглое, впадающих ручьев или речек нет. Не имеет никаких притоков. Вода в озере постоянно чистая и прозрачная. В нем нет ни водорослей, ни прочих водяных растений, даже его дно фактически не содержит ила. Российская академия наук говорит, что озеро метеоритного происхождения возрастом чуть более 1000 лет. Интересный момент. На старых картах это озеро вообще не обозначено. Например, на картах 1816 года и 1832 года этого озера нет. Появляется только после 1865 года. Что случилось в середине XIX века? Расскажет анализ проб грунта из озера в пробах, взятых с глубины. Обнаружен цезий-137. В пробах, взятых из верхних слоев, цезия-137 нет. Он образуется только при ядерном распаде урана или плутония. Никаким другим способом не появляется. Таким образом, загадка Святого озера еще ожидает своего разрешения.